OMSPA – это компания, которая на протяжении многих лет специализируется на производстве и продаже напольных и настенных керамических покрытий. Благодаря принадлежащим ей двум торговым маркам «Ceramica Coen» и «Ceramica Ferranese» и двум производственным предприятиям, компания сумела адаптироваться к технологической эволюции и к постоянно растущим требованиям рынка и в состоянии предложить самую широкую гамму керамических изделий. Появившаяся в 1972 году марка «Ceramica Coen» начала свою деятельность с производства керамических полуфабрикатов, которым после многолетних исследований и экспериментов с сырьем был добавлен выпуск монопрессовки, высокотехничной и высокотехнологической продукции, которая по прошествии нескольких лет стала фирменным символом. В 1992 году частью компании «Coemspa» стала престижная марка «Ceramica Ferranese» со своим предприятием в городе Фьорано. На сегодняшний день оба предприятия занимают общую площадь 150 тысяч квадратных метров и выпускают 18 тысяч квадратных метров плитки в день. Здесь работают 250 высокоспециализированных и постоянно повышающих свою квалификацию для гарантии профессионального роста и приобретения новых знаний сотрудников, что позволяет очень быстро совершенствоваться как с технологической, так и с творческой точек зрения, сохраняя при этом высокую эффективность при удовлетворении запросов. Динамичность компании, обеспечиваемая выпуском разнообразной продукции, позволяет точно и немедленно удовлетворять различные требования со стороны ее клиентов. Разнообразие цветов, материи и украшения в сочетании с опытом и сохранением традиций итальянской керамики представляют собой эмблематическое выражение высокой технологии, достигнутой в производстве, находящемся под постоянным контролем для обеспечения высочайшего качества предлагаемой продукции. Все это, несомненно, является подтверждением того, что известные и ценимые на протяжении многих лет в Италии и в Европе и быстро завоевывающий американский рынок марки «Ceramica Coen» и «Ceramica Ferranese» вносят определяющий вклад в распространение итальянской керамической продукции.